у этого дерева с фотографией. Красиво тут даже зимой. Хоть и не зелено, но все равно очень красиво. Такая прям паутинка тут из веток. Очень красиво. Приду еще сюда весной, когда снег растает. Тут подснежники, ландыши. Так хорошо тут летом такая беседочка, даже когда солнце, оно не проходит. Такая уютненькая. Кто-то замочек повесил, на счастье. Класс, класс, класс. Люблю я беседки, обожаю. Всякие разные беседки. Прям моя слабость. Го, залез в кормушку. Один хвостик торчал у него. Много тут так кормушек. Всяких. Погода сегодня вообще просто. Прям вот весна настоящая сегодня. Наверное, первый день так. Солнце такое, уже тепленькое, приятное. Снежок. Просто погода вообще вот мечта. Мечта. В лесу сейчас тоже хорошо. Никаких луж, никакого, ничего такого нет. Снег беленький. Птички поют и солнышко. Просто мечта. На лыжах, наверное, сейчас вообще кто катается, тем я завидую, кто сейчас в лесу на лыжах. На катке, кстати, тоже хорошо. Да везде хорошо. Такую погоду хорошо везде. Не знаю, видно будет, не видно, там птичка залетела. Здоровская, кстати, кто-то придумал. Такая кормушка, как горшочек. Горшочек. Красота. Прям гуляю и наслаждаюсь. Весна, ура, весна. Весна, наконец-то. И я здесь как раз. Такой, наверное, по-настоящему первый весенний день. Потому что солнышко. То как-то было тепло, но какая-то слякоть была, пасмурно было. Ну, как-то не очень приятно. Хоть и все таяло, лужи были везде, но как-то погода была какая-то не весенняя, пасмурная. Ой, а сейчас просто. А сейчас просто что-то. Весна пришла. Весна, весна. Ура, ура.
Ура, 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 ура. Так, ну не знаю, туда, наверное, я не пойду, там, в принципе, ничего такого. Хотя не знаю, может быть, там есть что-то интересное. Сейчас пойду схожу. Схожу сейчас везде прогуляюсь. Холодно, совсем приятно, комфортно, солнышко такое. Оно прям вот не жарит, не яркое, такое приятное. А вот дерево с листиками. Осенью листики почему-то не упали, не попадали. Мне нравятся вот такие хорошие дорожки, везде протоптаны, ровненькие. Все гуляют, народ гуляет. Много людей, все гуляют. В такую погоду только гулять. Класс. А там, кстати, много народу. Я вовремя сходила на эту выставку, потому что, когда я уже уходила, там народу прям было очень много. Хочу я сфотографироваться. Сейчас пойду еще в беседке. Сфотографируюсь в той беседке. Вот. Как я сразу не догадалась. Там даже лавочка есть. Ну так, чтобы в полный рост сейчас в беседочке. Фотографируюсь. О, как же красиво. Как же классно вообще. Как же классно здесь. Я зимой тут первый раз. Вот пришла из-за этой, ну, на эту выставку. Так, в принципе, зимой здесь не была ни разу. Ну, очень тут классно. И зимой, и летом, и круглый год. Всем привет! Красота!
Красота. Голубь, ничего себе, привет. Вот он. Торчит один хвостик. У него он в кормушке сидит. Привет, голубочек. Привет, привет. Какой ты классный. Один хвостик. Хвостик, выходи. Ой, чуть мне на голову не сел. А вот тоже такие интересные кормушки. Не знаю, что там у них лежит, но какие-то семечки или какая-то крупа. Так, сейчас буду еще фотографироваться. Там еще в лавочке, даже без снега. Сейчас я еще на этих лавочках. Фотографируйся. Немножко как-то я неудачно. Как она съезжает.